Я приглашаю его превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Бахром Бахадырович Ашрафханов. Ассаламу алейкум, хурматли аз ватандашлар, хурматли дустлар. Барчаңызды мана халқымыз орсықып күткен Bahor va yangilanish bayrami bo'lmiş, ayyom bo'lmiş, Navruz bayrami bilan, Navruz olam bilan chin yurakdan, chin qalbdan muborakbod etmoqchiman. Dobry vechor, дорогие соотечественники, ваше превосходительство, уважаемые друзья, дорогие гости. Позвольте от себя лично и от имени посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации сердечно приветствовать всех вас и выразить глубокую признательность за то, что вы смогли присоединиться к нам в этот торжественный праздничный, знаменательный, замечательный вечер, посвященный древнему, но в то же время вечно молодому нашему празднику, празднику Навруз. Праздник, как сейчас было сказано, это как Навруз, это Новый год. Новый год, это как раз приходит на день равноденствия, но это не только означает равноденствие, не только означает, что это вестник весны, этот Навруз – это также праздник добра, гуманизма, милосердия и созидания. В эти светлые праздничные дни я хочу с огромной радостью выразить всем нашим уважаемым гостям свои самые сердечные, самые добрые
поздравлениям и наилучшие пожелания мира, счастья, добра и процветания. Уважаемые друзья, Наурус за годы независимости стал поистине общенародным праздником в Узбекистане. Он является особо ценным и наиболее оберегаемым духовным наследием, духовным достоянием, связанным, неразрывно связанным с нашими традициями и обычаями. Этот праздник дарует нам радость, дарует нам новые мечты и чаяния. В эти праздничные дни, в эти светлые дни, жители Узбекистана, независимо от того, представители какой нации или народности они являются, они с огромной радостью празднуют, отмечают этот Навруз. Поздравляют всех, даже тех, которые незнакомы им, и желают друг другу здоровья, счастья и удачи. Ну, я хочу вам сообщить, что на днях в Ташкенте, в столице Узбекистана, в парке имени Алишер Навои состоялись главные торжества. С участием президента Узбекистана Ислама Каримова и своей приветственной речи, поздравительной речи, он отметил, что Навруз, появившийся тысячелетия назад, еще во времена Авесты, самый древний, поистине национальный, свободный от всяких идеологических и политических веяний, самый любимый для всех нас праздник. Но, учитывая жизненно утверждающее значение Навруза в развитии общечеловеческой цивилизации, он объявил его как международный праздник. Этот праздник Навруз широко отмечается не только в Узбекистане, но это отмечается и празднуется также и во многих городах и регионах России. В этой связи хочу отдельно подчеркнуть, что Навруз является тем важным связующим звеном, началом, объединяющим народы наших стран. А в основе всего этого это понимание, доброта и тепло. Но позвольте заметить, что это тепло не только души. Но так получилось, что это подтверждают и синоптики, и вот сводки погоды. Сегодняшнего дня, по крайней мере в Москве, начинается пульсовая температура. И это очень символично. И это значит, что мы празднуем вот Навруз сегодня. Этот праздник приносит в Москву и толику прекрасной, ласковой погоды нашего края. И дай Бог, чтобы это означало, чтобы это символ нашей теплой дружбы между нашими странами. Уважаемые друзья, великодушный и гостеприимный народ Узбекистана во все времена желал и желает друг другу и всем только самое доброе, благое и только то, к чему сам стремится. Пусть Навруз принесет всем нам радость, счастье, мир и процветание. Пусть достаток и изобилие никогда не покидает наши дома. Пусть и далее укрепляются наши теплые, дружественные связи между нашими странами и народами. С праздником Навруз! Спасибо за внимание и желаю вам всем приятного вечера. Рахмат катакан. Чудесный и полномочный посол Республики Узбекистан Российской Федерации Попов Абрамович Ашрафов. Начинай свой пир под звуки песен, да будут звонки чанг и най, а песнь проникновенной. Хафиз зиот, пой песнь свою во славу уст рубинов. Пусть пир начнется непременно, и пусть веселым будет. We'll be right back.
We'll be right back.
Девчонки, не уходите, постояли. Лауреат президентской государственной премии НИХОЛ Манзура Юлдашева. Встречаем. Nazar, 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 n
Senden olup dost olmadım.